Hello, everyone, and thank you for joining us for our second edition of Weltmeister Wednesday's Children's Day Special. My name is Amy Simpson, and I'm joining you from Southern California, United States of America. We have a very special show for you tonight with very special guests. So to all the children that are watching, we hope that you're enjoying your wonderful day. Today, your host has put a lot of time and effort into coordinating such a wonderful production just for you. So without further ado, my colleague, Danuta. Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех, кто присоединился к нашему праздничному концерту. Сегодня, 1 июня, в России, а также во многих странах мира, отмечает Международный день защиты детей. И в этот день фабрика «Вельтмастер» не смогла остаться в стороне. Ведь нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. 27 мая, в среду, прошел первый концерт, посвященный Дню защиты детей, на котором выступали дети из разных стран мира. А сегодня мы организовали праздничное мероприятие, чтобы поздравить всех с праздником детства и познакомить вас с юными талантами России. А также я поздравляю участников и зрителей нашего концерта с началом прекрасного времени года. Летом, с порой удивительных приключений и открытий. Не забывайте поддерживать наших юных талантов лайками и комментариями. Ставьте палец вверх, это поможет другим людям познакомиться с творчеством юных талантов, а ребятам станет хорошей мотивацией на пути к профессионализму. И открывает наш праздничный концерт самые юные участники, группа учащихся детской школы искусств города Гусева Калининградской области. Бабушкина Анна, Гинц Даниил и Филиппова Злата. Ребятам по 9 лет, они закончили 3 класс. На аккордеонах играют 6 лет. Ребята – постоянные участники концертов, конкурсов и различных творческих мероприятий. 6 мая в Калининграде стали участниками дистанционного концерта в рамках 2-го международного форума аккордеонистов «Маэстро-аккордеон». Каждый из детей осознанно выбрал для себя аккордеон как инструмент, несмотря на то, что все они делали выбор в юном возрасте. Открыла для них мир музыки их преподаватель Оксана Сергеевна Разумная, которая подготовила ребят к участию в фестивале. Встречайте! Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать всех, кто присоединился к нашему праздничному концерту. Сегодня, 1 июня, в России, а также во многих странах мира, отмечает Международный день защиты детей. И в этот день фабрика «Вельтмастер» не смогла остаться в стороне. Ведь нет в мире ничего более важного и ценного, нежели дети и детство. 27 мая, в среду, прошел первый концерт, посвященный Дню защиты детей, на котором выступали дети из разных стран мира. А сегодня мы организовали праздничное мероприятие, чтобы поздравить всех с праздником детства и познакомить вас с юными талантами России. А также я поздравляю участников и зрителей нашего концерта с началом прекрасного времени года, летом, с порой удивительных приключений и открытий. Не забывайте поддерживать наших юных талантов лайками и комментариями. Ставьте палец вверх, это поможет другим людям познакомиться с творчеством юных талантов, а ребятам станет хорошей мотивацией на пути к профессионализму. И открывает наш праздничный концерт
самые юные участники, группа учащихся детской школы искусств города Гусева Калининградской области. Бабушкина Анна, Гинц Даниил и Филиппова Злата. Ребятам по 9 лет, они закончили 3 класс. На аккордеонах играют 6 лет. Ребята – постоянные участники концертов, конкурсов и различных творческих мероприятий. 6 мая в Калининграде стали участниками дистанционного концерта в рамках 2-го международного форума аккордеонистов «Маэстро Аккордеон». Каждый из детей осознанно выбрал для себя аккордеон как инструмент, несмотря на то, что все они делали выбор в юном возрасте. Открыла для них мир музыки их преподаватель Оксана Сергеевна Разумная, которая подготовила ребят к участию в фестивале. Встречайте! Баканов. Французская открытка. Исполняет Анна Бабушкина. Thank you.
Анна, Даниил и Злата. Уважаемые зрители, не забываем ставить лайки и делать комментарии. А сейчас я приглашаю генерального директора Weltmeister Франка Мельтке. Liebe Kinder, alles Gute zum Internationalen Kindertag. Ich wünsche euch eine sichere, friedvolle Zukunft und natürlich ein ganz, ganz tolles Konzert. Дорогие дети, сегодня международный защитить детей. Но не на каждом стране сегодня будет такой праздник. Есть разные страны, где такой праздник будет попозже. The International Kids Day or Children's Day. I wish you a very good future and a lot of health. Enjoy the concert. Спасибо, Франк Мельтке, за поздравление. А сейчас с удовольствием представляю следующего участника нашего концерта. Это обаятельный мальчик Михаил Лосмаков. Михаилу 11 лет. Он из подмосковного города Раменское. С раннего возраста увлекся русской и казачьей культурой, народной музыкой. В 6 лет выбрал себе инструмент гармонь. Стал участником детского фольклорного ансамбля. В 6 лет начал играть на баяне, поступил в музыкальную школу. Очень любит свой инструмент, играет разную музыку. Классику, народные мелодии, произведения современных авторов. Обожает подбирать любимые мелодии на слух, пробует себя как композитор. Является лауреатом международных конкурсов «Виват Баян», конкурса имени Гридина, фестиваля «Душа Баян», областного конкурса, Кубок виртуозов и многих других. Кроме музыки, очень любит лепить. 6 лет занимается танцами. Итак, встречайте, Михаил Лосмаков. Здравствуйте, я Лосмаков Михаил. Я очень люблю играть на баяне, сочинять, импровизировать. И я очень рад принять участие в вашем фестивале. Thank you.
Выступление. Не забываем ставить лайки и делиться впечатлениями в комментариях. А сейчас к нам присоединится российский музыкант, великолепный баянист, аккордеонист, гармонист, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат конкурсов и фестивалей, самый популярный тематический видеоблогер и хороший друг вельтмастер Владимир Бутусов. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Бутусов. И я вас рад видеть сегодня на фестивале «Weltmeister-akkordeon-childrensday», а именно на детском концерте. Это действительно классная идея — организовать такой замечательный онлайн-фестиваль от компании «Weltmeister». Я всех вас поздравляю с участием и всем желаю огромных творческих успехов. Ура! А сейчас перед нами выступит Невмержицкий Григорий из Великого Новгорода. Я думаю, раз он из Великого Новгорода, то он велик и в музыке в том числе. Григорию 13 лет. Занимается он на аккордеоне с 5 лет и учится в музыкальной школе имени Рахманинова. Уже он стал лауреатом первой степени многих международных конкурсов, такие как «Дети 21 века», «Золотая ладья», «Время талантов», «Новгород Фест», участник фестивалей и концертных программ продюсерского центра «Русская гармонь» под управлением Александра Ганичева, стипендиат, учится в гимназии в физико-математическом классе, и причем на отлично. Участник акции «День Победы» по установке рекорда для книги Гиннесса. Итак, встречайте, Григорий Невмержицкий! Здравствуйте, меня зовут Григорий Немиржицкий. Мне 13 лет, я из Великого Новгорода. Я хочу сыграть вам мое самое любимое произведение. Домино Луиса Феррари. Thank you.
Молодец, Григорий. Прекрасное выступление. Спасибо большое. А сейчас у нас в гостях прекрасная девушка Татьяна с Украины. В 2019 году на музыкальной выставке во Франкфурте она выиграла в лотерее, которую организовала фабрика «Вельтмастер» и стала обладательницей нового аккордеона. Встречайте, Татьяна Терлецкая. Меня зовут Татьяна, я из города Одесса. Хотелось бы поздравить всех детей с Международным днем защиты детей, пожелать им крепких семей, здоровья, а также все необходимое для счастливого детства. Сейчас перед вами выступит Мазуров Даниил, город Севастополь, Крым. Этому талантливому человеку всего 14 лет. Он международный лауреат и победитель всевозможных конкурсов. Занимается с любовью и в свою жизнь мечтает посвятить музыке. Также играет на ксилофоне и фортепиано. На конкурсах по этим инструментам он стал международным лауреатом. Мечтает поступить на следующий год в музыкальный колледж. Несколько недель назад он стал лауреатом второй степени международного дистанционного конкурса «Одесса Мьюзик Олим». Встречаем Даниила. Доброго дня, я Мазур Даниил, мне 14 лет, я из города Севастополя. Я занимаюсь аккордеоном уже более 7 лет. Я играю разные произведения, классику, эстраду, джаз. Но сегодня я вам исполню два замечательных танца. Первый это будет «Клод Томан» с «Виден Волс», и второй «Русский танец» Георгия Шатырева. Thank you.
Спасибо, Даниил. Это было великолепно. Уважаемые зрители, не забываем поддерживать наших юных артистов своими комментариями и лайками. А наш концерт продолжается. И перед вами выступит ансамбль аккордеонистов Центра детского творчества Московского района из Нижнего Новгорода. Возраст самых младших участников ансамбля 6 лет. Но сегодня для вас играть будут ребята старшей возрастной группы 13-17 лет. Это Александр Костров, Хаметшин Никита, Лебедев Александр, Соколов Никита, Кузмичева Виктория, Дементьев Дмитрий, Немудров Андрей. Ансамбль аккордеонистов основан в 1991 году Перевозкиной Ниной Алексеевной, педагогом высшей категории. Ансамбль за время существования неоднократно становился призером городских, областных и всероссийских конкурсов и фестивалей, таких как «Российский Олимп», «Планета талантов» и другие. Постоянно принимает участие в различных мероприятиях районного, городского и областного масштаба. В репертуаре есть классические произведения, русские народные песни, музыка советских и современных композиторов, эстрадные композиции. Итак, встречайте! Ансамбль аккордеонистов. Hello, my name is Evgeny Smirnov. I present to you the ensemble of accordionists of Children's House of Creation from Московский district, Нижний Новгород, Russia. Our ensemble is founded about 30 years ago by Perevozkina Nina Alexeevna. During this time, ensemble became a winner of different competitions and performed on various stages of Nizhny Novgorod. On concerts, ensemble plays only on weltmeister accordions. The ensemble will perform Boris Figotin, The Mouth, Roman Bazhilin, Waltz in Accordion, Albert Fossen, Carousel.
Ох, как здорово и слаженно сыграли ребята. Молодцы. Так держать. А следующего нашего участника представит моя коллега из Германии, Оксана Мельтке. Спасибо, Данута. Здравствуйте, дорогие друзья. От души поздравляю вас с Днем защиты детей. Пускай солнце у вас всегда будет ярким, а небо безоблачным и чистым. Пускай жизнь дарит самые лучшие подарки, а на детских личиках всегда цветут улыбки. Желаю вам смеха, радости, бесконечного счастья, чтобы душа всегда была как в детстве, беззаботной и открытой к доброте окружающего мира. А сейчас перед вами выступит Закревская Алена. Она закончила школу искусств города Гусева, Калининградской области, и собирается поступать в Калининградский музыкальный колледж. Алена играет на аккордеоне с 5 лет. Она является участницей школьного эстрадно-симфонического оркестра, ансамбля аккордеонистов «Аккорд». Этой прекрасной девушке 15 лет. Она постоянная участница всевозможных конкурсов, концертов и различных тематических мероприятий. В составе общей группы она стала участницей дистанционного концерта в рамках 2-го международного форума аккордеонистов «Маэстро Аккордеон». Встречайте, Закревская Алена. Браво, Алена! Спасибо большое! Это было замечательное выступление. А продолжает наш концерт
Валерия Полынникова из города Щекино Тульской области. Валерия – гармонистка. На этом замечательном инструменте она играет всего 4 года, но уже достигла больших побед. До этого она училась в музыкальной школе с 4 лет по классу скрипки, но решила, что ее призвание – это гармонь. Любит играть все жанры музыки, потому что обожает свой инструмент. Участвовала в таких конкурсах и фестивалях, как «Тульский сувенир», «Мелодия моря», «Играй гармонь», «Колыбель России». В Китае выступала с делегацией от Тулы. В этом году закончила музыкальную школу. Поздравляем с окончанием! Итак, встречайте! Гармонистка Валерия! Thank you.
Какое зажигательное выступление получилось! Аж дух захватило! Так держать, Валерия! Спасибо большое! Не забываем ставить лайки и делать комментарии. А у нас в гостях обворожительная девушка Юлия Петрович из города Минска, Беларусь. Ее выступление вы могли видеть в наших еженедельных концертах «Weltmeister Wednesday». По образованию она юрист-международник, по призванию – креативщик и копирайтер, в душе – аккордеонист. Счастлива, когда дарит радость людям и положительные эмоции. И сегодня она хочет поздравить детей с праздником. Встречайте! Друзья, всем привет! Я очень рада вас видеть на детском концерте нашего фестиваля. Я хочу поздравить всех и каждого с Международным днем защиты детей. Наверное, хочется пожелать, чтобы у каждого из нас была мечта, чтобы она реализовывалась, чтобы появлялась новая мечта. И, пожалуй, хотелось бы, чтобы мы проходили наш житейский путь с открытым сердцем, и чтобы в этом сердце всегда находилось место для музыки. Let's start! Друзья, сегодня мне выпала честь представить самую старшую участницу нашего концерта, аккордеонистку Полину Питерцеву. Полина живет в Красноярске. Она учится на третьем курсе Красноярского колледжа искусств. Занимается с 8 лет и даже занесена в книгу одаренных детей Красноярска. Очень любит играть на аккордеоне, планирует поступать в ВУЗ. Репертуар Полины состоит в основном из классических мелодий, но также ей нравится джаз и фолк. Участница огромного количества конкурсов, начиная с районных до международных. И сегодня мы рады слышать и слушать Полину прямо здесь и сейчас. Всем привет, меня зовут Питерцева Полина, я из города Красноярска. Я очень рада участвовать в онлайн-фестивале Weltmeister Wednesdays. И сейчас я исполню произведение Виктора Новикова «Одесская кадриль». Thank you.
шикарное выступление. Спасибо большое. И завершает наш праздничный концерт заграничный участник, молодой человек из Принайской художественной школы Литва. По техническим причинам, к сожалению, его выступление 27 мая не состоялось. Но это к лучшему. У нас есть возможность послушать его сегодня. Встречайте! Адас Радзевичус! Подошел к концу наш праздничный концерт. Дорогие наши участники, от всей души хотим поблагодарить вас за участие в фестивале. Вы сделали для нас настоящий праздник. Также хотим сказать спасибо педагогам, которые обучают наших талантливых ребят, прививая им любовь к музыке, и родителям, которые вкладывают свою душу и сердце в наше новое поколение.
Желаем вам творческого развития, высоких достижений и дальнейших побед. А также всем, взрослым и детям, крепкого здоровья, радости и удачи. Берегите себя и своих близких. До встречи 3 июня 20:00 на фестивале «Weltmeister-Wednesday». Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе наших новостей и наслаждайтесь прекрасной музыкой. До встречи!